Добрый день всем моим подписчикам, так зрителям моего канала. Сегодня речь пойдет о прицепном к мотоблоку. То есть это уже не новость. Уже это делают на заводе. Вот мы изготовили такое прицепное. Вот видите, стоит заводское. То есть на, как бы сказать, на один шкворы. Но мы сделали решетку именно уже на 5. И просто будем смещая ее, когда будем цеплять плуг в эту сторону или в ту, будет увеличиться или уменьшаться шаренообразный. Ну, как раньше было в конском плуге. Стояла решетка. Вот такую мы решетку изготовили. То есть в это там мы все сейчас проварим. Эти детальки мы проварим сюда. И уже будем саму навеску крепить вот к этой решетке. Вот таким образом. Видите? Сейчас вот мы проварим и покажем, как это будет выглядеть. Так, ну вот мы проварили крепление пальца именно уже к самой навеске. Так, отверстие. Отверстие для того, чтобы надеть навеску прицепному. Вот. Эти отверстия. Для того, чтобы навеска не прыгала. То есть ставить сюда болты. Ну, мы сюда ставить болты не будем, потому что у нас навеска и так не будет прыгать. Это когда заводская крепится нам. Эти отверстия, это просто отверстия, здесь были швеллеры, чтобы не задавали лишних вопросов. Такой был швеллер, с такого сварили. Так, смотрим, как это крепится. Берем и одеваем пальчиком. То есть, видите, довольно-таки плотно. Немножко даже разбита у нас уже навеска. У кого сильно разбита навеска, можно просто отрезать и проварить швеллер сюда. За место вот этой вот разбитой. Теперь смотрим, как одевается навеска. Вот. От того, какой вы хотите сделать ширину пахотную, когда будете уже плуг пахать, можно поставить здесь, можно поставить здесь, можно поставить здесь, можно поставить здесь. То есть этим вы увеличиваете именно шаг плуга при пахоте. Ну вот такую модернизацию мы небольшую сделали к нашей навеске. Все, всем спасибо за внимание.